Традиционная выставка кошек в этот раз переросла в настоящую экспозицию домашних животных. Конечно же, своей конкурсной составляющей кошачий парад не потерял, однако существенно расширил свои границы. В этот раз вместе с мартовскими мурлыками в одном зале пристали лающие, сопящие и щебечущие. Причем все они элитных пород. Выставка, сами видите, нетрадиционная, но не первый раз мы уже проводим такую выставку. Клуб кошек «Элит Кис» в основном как бы ее проводит, но мы пригласили провести вместе с нами совместную выставку клуб собак. В том числе у нас помимо собак и кошек, как вы видите, каждый взял еще какого-то своего питомца. В очередной раз организаторы попытались раскрыть всю природу наших любимых пушистых четвероногих. Любой желающий мог не только визуально познакомиться с животным, но и лично пообщаться с его хозяином и узнать, что изменилось в его жизни с появлением в доме кота, щенка или кролика. Нравится участвовать в выставках, потому что это новое знакомство, это обмен каким-то опытом тоже с владельцами животных, это возможность всем показать, вот какая красота у меня есть и гордость. Это, конечно, очень ласковое животное. Радость. Каждый раз, когда прихожу домой, я знаю, что меня ждет мой любимый котик. Большой творческий блок, включающий в себя вернисаж работ рукодельниц и выставку рисунков, презентация специализированных магазинов по уходу за животными, и это не полный перечень того, что подготовили организаторы для гостей праздника. К слову, конкурсный отбор в рамках выставки также состоялся. Лидером кошачьей гонки стала балинезийская кошка Розмари, ее хозяйка Лилия Масленникова.